Прям начнет заряд, да, нормально, тренировку. Вместе с окроплением у меня вылетело плечо. 13 февраля. 17 апреля. Матвея будет сольный концерт. Варшава, родина, мечта поляка. Давайте, пока, мы думали, мы будем заниматься. А если я так Новый год встречу? 2022. В смысле, это все из платья? Да. Я за бюджет. Скажи, а мы вообще запишем сегодня мото? Мне очень нравится. Он когда-нибудь настроит связь? Мне кажется, он нас промотал. Ну, пошли тогда покушаем. Пожрем и поспим. Отлично! На третий час у нас получилось! Друзья, всем привет! Это я, пограничник Павел, и моя собака Лайка. Сегодня мы проведем зарядку с международным артистом всея стадионов Мотом и его красавицей, женой Марии. Мария, здравствуйте! Здравствуйте! Богиня Мария! Привет, привет! Мы сейчас находимся в Варшаве. Прямой эфир из Варшавы. И эта песня посвящена всем полякам. Всем полякам! Всем варшавцам! Варшава, родина, мечта поляка. Честно, Матвей, Маш, у Пашки синдром, он мечтает петь. Я не знаю, когда это пройдет, он думает, что он певец. Там такая боль. Ему кажется, что он певец. Два судьи повернулись, я в голосе. Меня взяло, а я когда повернулся, меня взяло совсем. Маш, кстати, с премьеры клипа тебя. Спасибо я большое. Посмотрела. Спасибо. Это так, Маш, прям секси. Я поздравляю, это невероятно, очень сексуально. Я когда посмотрю, у меня будет свое мнение тоже. Но пока. Джиджи-мама, треки сама, я как хама. Спасибо большое, это был сюрприз для Мотя. Маш, у меня такой вопрос к Матвею. А Матвей знал, чем ты занимаешься? Это был сюрприз, я даже в шоке. Она подтянула всю мою команду, и когда я писала ребятам, что мне нужно свести трек, мне нужно сделать кавер. И все мне говорили, мы занимаемся проектом. Он обманывает, не всю его команду. Проектом они там занимаются. Всего. Маш, но за бабулики, за чьи денежки, за Матвея? Откуда у тебя деньги? Все, расскажи. Давайте, пока, мы думали, мы будем заниматься. Я ухожу. Не, подожди, какие занятия, тут важно, тут женщины делятся друг с другом, где сама брать деньги. Это в наших интересах. Смотри. Обанкротилась официально, первый раз после его дня рождения, а сейчас второй раз после сюрприза. Банкрот, пожалуйста. Вот так выглядит банкрот. Смотри, вот так выглядит банкрот. Очень хорошо выглядит. Нет, банкрот. Это просто все связано с любовью, она очень тебя любит. Это правда. У нее очень получилось красиво, сочный вообще клип. Честно говоря, вот что по спорту, я сейчас нахожусь в стадии такой реабилитации. Дело в том, что несколько лет назад у меня вылетело плечо. Да. 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 Просто отдельно, само по себе, в сторону Турции на две недели вылетело. Да, это был концерт в Казахстане. Я, значит, сделал вот такое движение водой, чтобы окропить, собственно, публику. И вместе с окроплением у меня вылетело плечо. Благо, это был последний трек. Нифига себе ты, а ты из чего? Из кулера? Потом, короче, все было хорошо, я восстановился. И буквально в этом году, летом, я поехал в прекрасный, ошеломительный, культурный город Санкт-Петербург, в русский музей. И вот напротив картины «Последний день Помпеи» я попытался выдать нижний брейк или что-то типа этого. И у меня опять оно вылетело прям напротив брюлей.
Ребята, твое слабое место – это плечо. Нет, да? Твое слабое место – Казахстан и Питер. Два слабых места. И, собственно, сейчас я занимаюсь с эспандерами, занимаюсь вот растяжкой, восстановлением. Ты вот аккуратнее это движение, аккуратнее. Да, они привели, знаешь? Эти дзюбовские методы, они, не надо. В общем, занимаюсь по дзюбовской системе, да. А вы смотрели это видео, да? Как учил дзюбу. Я же серьезно. По системе. Маша, как ты это делаешь? Я в шоке, да. Слушай, он пошел что-то брать и показывать. О, какая штука есть. Мы, может быть, даже мы покажем, как... Я понятия не имею, как на этом работать. Танцам вопрос. Вот, Лядь, у нас, понимаешь, мы танцевальные оба. Повторяйте. Даже как? Одно вы, давай. Оба. Ой, это да, я знаю, это я знаю. Вот это наш спорт. У нас наоборот. Мы, смотрите, мы расходимся и расшиваем. Все, я обратно схожу. И опять расшиваю. Вообще. Нормально. Хорошо, ребят. Что делаете дома? Планка. Раз. Короче, так видно. А где вы находитесь? Что это за помещение с зеркалами? А у нас? Это наша кухня, Паша. Блин, вот живут люди. Говорила я тебе, не ходи в камеру. Представь, какой у нас тренажерный зал, если не такая. Послушайте, а чё все уходят из Блэкстара? Они чё, тупые, что ли, а? Все умные, один ты тупой. Мотя не уходит. Я все так же, как и 8 лет назад, на том же месте. Возьмите меня в Блэкстар, пожалуйста. Он хочет такую же кухню. Знаете, я кухню хочу я такую. В общем, короче, какие я знаю упражнения в план. Давай. Так. Первое, планка. Угу. Супер. Самое основное. Второе, значит, не знаю, как это правильно называется, но приведение, скажем, рук к плечам. Так. Как это? Раз. Аккуратно плечи, пожалуйста. Что это надо делать? Как? Он вот так приводит. Окей, так. Я понял. Так. Да, так. Ага. Приведение теперь колен к подбородку. Ага. Давай. Это уже упражнение на пресс. Колени к подбородку. Ну это, да, окей. Значит, вот так, да? А не вот так? Да. Не к подмышке? Да, бежать. Ты не успеваешь за Матвеем, он бежит. Нет, он не так, он не ходит, он бежит. Вот, бежит. Да. Все, Паша побежал. Бежит. Хорошо, я тебе поаплодирую, Матвей, Пашка тоже молодец. Здесь такие из спортивного мирочка, маленькие замечания про планку. Давай. Вот, все делаешь правильно, за исключением сильно напрягаешь подбородок. Его надо, как это сказать, вытянуть как черепаха, но не вот так и не вот так, а вот ровно. И плечи не вот так, вот, хорошо. А вот так. Так, я сразу работал на шею. Давай, Моть, да. Да, шею как черепашку тяни. Вот как черепашка, вот, да. Вот, вперед, да. Ой, как красиво. О, боже. Кисть, холст, пожалуйста. Кто в вашей семье со шпагатом? С растяжками? Неплохо, но не отлично. Нет, подожди, Матвей, ноль это Паша, покажи. Ноль, внимание, ноль здесь. Но он, помните, у Вани Урганта уточнил, что если снять штанишки, он достает. Дело в том, что дома я сажусь на шпагат голый, поэтому я реально дотрагиваюсь. Вот, Павлик, давай. Тоже как-то. Я Павлик, здравствуйте. Да, прям начнем зарядку, да, нормальную тренировку. Давайте. Да? Да. Поехали. Мощь, войди в этот зал. Да, хорошо. Смотри, Моть, начинаем вот так, на правую, да. На левую коленочку, на правую, на левую, теперь ниже все, как будто знаешь, как этот, по горам идешь наверх, вот так, ниже, еще ниже, на выпадок уже, на выпадок, ниже, ниже, теперь еще, поднимайся, амплитуда та же, ноги соединяй, так, теперь опять, выпад, и в позу сумо, сел. Вот. Позу сумо. Позу сумо. Теперь живот втянул и
как это назвать интеллигентно, вот это вот место? Вазовый гектар. Давай, вазовый гектар, он должен не вниз так смотреть, вазовый гектар, то есть не вот так, а вот так. Маш, нас это тоже касается. Вот, ручки убрали, вот так. Моть, и теперь, Маша, я думаю, ты справишься, теперь туда, вот под вазовый гектар прогибаемся. Я не уверена. Получается под вазовый гектар уйти? Слушайте, если кто-то будет эту зарядку делать дома, аккуратнее, можно разбить темечко. Темечко. Это наша чарка называется сахасрара. Находится она у нас вот тут вот на темечке. Еще раз, встали, ножки напрягаются. Да. И туда еще, да, давай, давай, давай. Ой, привет. Класс. Теперь моть. И все, кто меня смотрит, не убираем эту позицию. Уже тут напряжение пошло. Гнемся влево. Вот так, сильно. А здесь стоим и, смотрите, принимаем, опа. Теперь в эту сторону, что так клыкаешь? Да, делай, давай, пожалуйста. Перебегаемся, давай, так. В эту сторону, давайте. Все, молодцы, теперь встряхнули. Паш, твое любимое, покажи для Матвея. Смотри, вот так берешь, скрещиваешь пальцы вот эти, потом скрещиваешь еще отдельно мизинцы между собой и большие просовываешь между ними. Две руки вот так складываешь, подкладываешь и пошел. Весь карантин чинили Паше спину и поняли, какое упражнение реально работает. Можем показать. Надо что-то подложить сантиметров. Кроме шуток, сейчас серьезно. 10 под локти, чтобы были локти повыше. Шея опять черепашка. Встаем в знаменитой позы. Позу кошечки. Да. Маш, ты садишься сверху. Пашка прогибается, да. А теперь делай добрую кошечку с весом фактически и злую. И вот это самое главное, когда он делает вот этот вот горбач, вот ощущение, что в пупок нож вставили, знаешь, такой типа чик. Короче, подбирать живот как можно ниже, как можно глубже. Какой фигней мы только не страдали на карантине, но вот это вот реально помогла. Ты садись на Машу, это нормально. Смотри, это нормально. Серьезно? Лясь, что-то пошло не так. Так, давай, Маша, прогибаемся, а потом делаем вот такой борт. Все, кто нас смотрит, запомните, это главное правило всех, кто находится в этом бизнесе. В этой позе подкладывайте под локти. Так, я сажусь. Ножки вперед надо. Это не поясница, вот. Я не сломаю ее. Послушайте, ребят, ну я вас должна тоже поздравить. Вы как выжившая пара 2020, потому что что-то все разводов было миллиард. А вы молодцы, устояли, и я смотрю, там еще Машка после карантина колепак выдала. Послушайте. Там любовь просто, браво, ребят, расскажите, расскажите семейные советы карантинщиков. Как вы спасались, чтобы... Как вы не переругались вообще? Чтобы... А мы дружим, Паш, у нас карантин пожизненный. У нас ситуация это не поменялась особо. У нас вообще просто ничего не поменялось. Мы всегда вдвоем, вечно вдвоем. Не, у нас реально вот что было, что сейчас, все одно и то же. Мы нон-стопно вдвоем, просто у меня меньше... Я думала, мы одни такие, а оказывается нет. Нет, просто у меня стало меньше гастролей, но не то как бы. На какие-то гастроли мы вместе летали, поэтому по сути ничего не поменялось. Только кайф в том, что мы стали больше проводить времени с малым. И вот этот самый офигенный возраст, и он с двух до трех, когда он не просто уже делает там первые шаги, не просто говорит первые слова, а уже все делает осмысленно, обдуманно. Ты вот эти моменты ловишь. Мы с ним танцевали под Бруно Марс. Да, это было очень весело. Класс. Собирали это лего, смотрели первое в его жизни эль-классика. То есть, ну, как бы это офигительно. В общем, мы жили по режиму Соломоши. Он идет спать, и мы на бочок. Ребят, ну в вашей жизни, вот даже за карантин, не знаю, ходьба на дорожке. Мы занимались. Да? Ты там с каким-то тренером онлайн что-то? Я скачала онлайн-занятия разные, я занималась, да, где-то порядка 2 месяцев, наверное. Ну вот где-то вот до лета. Ну неправда. 2 месяца я занималась. А в какой момент ты занималась между Соломошей и Матвеем? Когда ты находила этот момент, вот тот самый? Когда Соломоша спал, а Моти ходил на студию, потому что у нас в поселке, я ему подарила студию, он ходил туда писать. Когда Соломоша шел спать, а Моти ходил писать музыку, я занималась. Либо мы вместе занимались. Из этого, из всего, настоящая женщина сделает один правильный вывод. Подарила студию. Студию. Это
Это ключевая была фраза во всем нашем сегодняшнем разговоре. Все женщины, которые нас смотрят, умные, настоящие, матери, образцы. Человеку просто студия нужна была, а ты своему подари то, что надо. Для полного счастья. Да, а ты все, носки. А ты все, реально, трусы, носки, бритвенный набор. Машка, ну покажи пару, вот хотя бы одно упражнение, самое любимое, свое. Это любимое упражнение в ответе, самое любимое упражнение. Вот, вот это упражнение, вот. О, ножка вверх. Мое любимое не то, что я так делаю, я люблю наблюдать. Смотри, как мы усовершенствовали, мы, Павел Алексеевич, усовершенствовали это упражнение. Смотри, как да. Я делаю, я тоже его делаю. Несмотря на то, что оно на всех женских рекламных плакатах, это же орехокачательное упражнение. Орехокачательное. Да? Ты встань рачком нормально. Видно. Ну, короче, я делаю, смотри, кроме того. Вот как я делаю. Это усовершенствованное упражнение. Кроме того, что вверх... Бочком, встань бочком. Нет, я показываю, почему так. Я еще делаю вот так вот. Раз, вбок, о. Вверх. Вбок. Прикольно, я вбок тоже вверх. Делаю. Вот, а я так делаю, потому что сделал 15 раз, и задница уже отваливается. А так можно сделать по 30 раз и туда, и сюда. Да. Спасибо, Паш. Ну что, пожалуйста. Ребята, спасибо. Всегда, как поднимать ноги вверх? Ваш учитель, Павлик, 41 год. Ребят, мы вас хотим пригласить 17 апреля. В Матвея будет сольный концерт в Барвихе. А потом мы вас приглашаем, будем очень рады вас видеть. Полетим над Барвихой. Приготовили. Друзья, вам не видно, но у нас на телефоне они очень радостные зависли, просто такие. Сейчас я покажу. Такие они зависли. Вот, очень веселые, классные ребята зависли. Очень веселые, размытые пикселями. Покажи, какая у нас система, смотри. Опять-таки, у нас веревки тут, все дела. Так, подводим итог. Это были Мот и Маша, это были Ляся и Паша. В сегодняшней зарядке очень... не было ни одного полезного упражнения. Но много не было полезного ни одного для острого вопроса задано. Не было ни одного адекватного ответа. Как просрать время в Ютубе бесцельно? Образцовый выпуск. Ура! Да! Ребята, спасибо вам большое. Спасибо вам большое. За этот эфир было очень весело. Я надеюсь, что мы увидимся в реальной жизни. Давай. В реальной жизни. 13 февраля. Все, к тебе на концерт. Мы идем. Да. Все идем. Да. Ребята, а я вас всех приглашаю в мой мировой тур по Душанбе. В любой момент. Любим, спасибо. Спасибо. Были рады видеть. Пока. Мы хотим вам пожелать Wi-Fi. Всего хорошего.